После расставания с Сашей Стоуном Валя Карнавал начала строить свою жизнь. Она стала больше участвовать в проектах, общаться с подписчиками и ходить на вечеринки. Но накануне, судя по видео, певица вновь вспомнила о своих прошлых отношениях. Валя выставила ночью видео, которым напугала поклонников. На одном ролике блогерша просто сидит и плачет, не объясняя ничего, на втором в час ночи бегает на улице под печальную музыку. Что именно случилось, она не стала объяснять. Многие предположили, что Валя устала от работы, а другие подумали, что она вспомнила прошлые отношения со Стоуном. Ранее Валя Карнавал призналась, что переживает тяжелый период в жизни. Каждый день она собирает себя по кусочкам и пытается жить дальше. При этом блогерша не хочет показывать сопливые сторис и чтобы ее жалели фанаты.